до перевода. И меня так зацепило, это, думаю, группа глухих есть, которые, а у нас столько слепых, и никто не... Я начал молиться об этом. И супруга мне тоже как-то поддержала в этом. Я же в обществе слепых работал, уже думал. Начал понемножку как бы собираться, а тут еще познакомился, поехал в Киев, встретился с Игорем Ильичком. И узнал про него, он тоже это... Я его пригласил к себе, мы в обществе слепых провели встречу, было, да, много народа, ну, он еще кассеты, на кассетах был, там песни его, Игоря, я там пел, и вот таким образом у нас больше образовалась группа, и уже больше, так Игорь понемножку, что-то мы, а потом уже через года три ты пришел, да? Да, но Игорь работал на студии «Миссии Свет на Востоке», он сам музыкант, Игорь Мельничук, он закончил нашу Киевскую консерваторию, он оперный певец. И как-то он работал потом на христианской студии «Миссии Свет на Востоке», записывал книги. И как-то Бог ему записывали некоторые программы или журналы, я не помню, для слепых людей. И он думает, а что нету служения? И начал тоже, как бы, как его Бог побудил, так, то, что я знаю. И он как бы начал в этом тоже молиться. И где-то 2000 года или даже раньше он начал уже ездить по организациях, потом и потихоньку находить вот таких... Тоже Бог поднимал братьев, как бы в конце 90-х годов ездить по большим городам, искать церкви, искать незрячих людей в церквях. И через них в общество слепых, евангелизации. И я когда пришел 18 лет назад, Игорь меня пригласил в это служение. Мы с ним очень много ездили по всей Украине, в многих городах были. Приглашали по местную церковь, делали совместно евангелизацию. И таким образом стартовали как бы такую библейскую группу в обществе слепых. И мы общество слепых начинали такую библейскую группу, и как бы так потом какие-то приглашали людей на летние организационные лагеря, когда мы проводили. Самый большой лагерь мы проводили в 2010 году одновременно для 440 людей. Да, это было на берегу Азовского моря, там есть христианская, была, там сейчас сделали казарму. Солдаты живут. Христианская большая база, бывший пионерский лагерь. Наши братья и сестры там это все привели в порядок. И со всей Украины, из Беларуси приезжали многие церкви, привозили туда детей отдыхать на берег Азовского моря. Это Приазовский район, село Новоконстантиновка. Можно на карте найти. И так у нас каждый год по 16 лагерей от 50 до 130 людей. Мы один раз попробовали такой большой, а его сложно было. Ну, мы увидели, просто ну, незрячие люди, знаете, и у нас было 350 незрячих людей и 70 человек команды. И там еще гости были, у нас приезжало. Раньше мы приглашали, с Америки приезжали у нас, и с Соломита церкви приезжали, от Николая Захаровича, с Орегона. Ну, мы многих приглашали, немногие приезжали. Да, мы говорили, что можно не только... поучаствовать материально, не только помолиться, можете приехать, послужить, поводить. Потому что, знаете, ну, слепому, ну, слепой нуждается в том, чтобы его сопровождать, или даже там, до туалета, или там куда-то. Ну, там. И им даже интересно, когда приезжает кто-то с Америки, ну, спотишь что-то на английском, ну, знаете, такой слепые. Ну, хорошо, братья и сестры, спасибо, что могли быть среди вас. Ну, брат Анатолий, это я уже знаю давно, а вас так близко, то... Ну как давно? 2 года назад я услышал о нем от Башков, а год назад, не, уже чуть меньше, наверное, в мае месяце был у него на приеме, как оформляли, помог мне, как правильно все это сделать. Слава Богу, что получилось там продать машины, здесь купить. Мы арендуем дом с 1 августа, арендуем, американцы нам сдают дом, чуть-чуть, может, дешевле, чем, наверное, не так. Как бы хотим тоже помочь, послужить, но что-то тут ойл у вас дорогой. Так всегда было или только сейчас? Сейчас что-то по-особому. Да, да. Был 90 центов. Ну, я не знаю, он мне ставит, просто выставляет, как бы, я получу по $500 в месяц. В месяц? Да. Что-то за мной. Много, да? Ну, он с запасом, наверное, чтобы. Ну, либо дом такой. Да нет, дом маленький. Дом такой, 64-го года, я его еще сам... Научили меня, я же когда приехал, надо же было это, научил меня брат красить один, кокать тут вот, тейпать все это дело. Я ему этот ремонт там еще в доме сделал,
Все время покрасил, все покрасил. Может, какие-то хитро электрические поставить или что-то? И меньше пользовать, если возможно. Ну да. Ну я же домик небольшой, а так много. Ну да, что-то многовато. Печка старая, видимо. Ну, печка, наверное, да. 64 как у меня. Там, я так понял, ничего не менялось. А, ну. Может быть и вода тоже. А и вода, да. Вода. Горячая топится от этого. Тоже да, от этого, да. Кто-то понимает. Нет, а тоже от этого. От бойлера, индирект. Ну хорошо, это я понимаю, это всю жизнь, но надо как бы. Я знаете, когда уже чуть-чуть прожил, ты понимаешь, тебе хорошо сдали, и тебе хорошую машину продали или нехорошую. Тебе рент хороший предложили. Ну, я думаю, вы все это проходили. Да, да. И кто, и ты тогда смотришь, тебе кто какой совет давал. Mm-hmm. Когда тебе дают, и знаете, а потом уже когда прожил, немножко рассмотрелся, оказывается, что не совсем, может, и хороший совет кто-то давал. Потому что даже в давании совета очень важно быть честным. Потому что время покажет все равно, насколько... И ситуации разные, понимаешь, для кого-то это был для тебя. Ну да. Нет, слава Богу. Сложно, но тем не менее мы благодарны и молимся, чтобы Бог как-то направил, управил. И раз уже здесь, ну надо, учим язык, пошли в школу снова, да, говорю, так, дети, хорошо работать, работать успеем. Надо идти в ESL школу и учим сейчас туда даже. Ходим в Ланкастер обучаться. Может, еще у кого-то есть вопрос, пожалуйста, мы, да, наверное, еще одну молитву совершим за нужды. Планируем и лагеря, и рефцентр. Возвращаюсь. Тут был вопрос, как вы жену нашли? Можете сказать пару слов? О, от Бога. Небо. А Бог послал. упала с неба, той, да? В той церкви, где я каялся, она в хоре тогда пела, стихи рассказывала. Да, ну, меня чего ее, ну, как расположило, я же понимаю, что не каждая пойдет за такого, как я, как говорится. Но меня что расположило, она работала такой завод, да, Люба? Завод высоковольтной аппаратуры там на правом берегу. Там церковь неподалеку на Песчаной. И она работала там. И подошла к ней соработница и говорит, слушай, говорит, у меня, говорит, есть соседка, а у нее слепой сын. Парень 13 лет, потерял зрение, но играли в футбол. И удар сильным мечом был, он головой то ли об штангу ударился, ну короче, ослеп. И вот, а сейчас ему уже там 20 с чем-то лет, и говорит, ты могла бы его взять, вот такую церковь, как вы? Его. Ну, Люба говорит, да, я же тогда еще что-то ничего не знал. Ну, Тойота я знал, как и других сестер знал. А, смотрю, привела слепого. Думаю, так, это уже хорошо. Значит, не боится слепых, думаю. Ну и так было. Ну и потом обратил внимание. У них жизнь нелегкая тоже была, гонения были в свое время, у них отец был с высшим образованием, инженером на Коксахиме, а заставляли партбилет брать, он не взял, а квартира была привязана к заводу, выгнали, пришлось им, нас, как говорится, настранствоваться всего. Ну, смотрел, как она к матери с уважением относится, и все, это меня, думаю, буду молиться. Ну и когда молился об этом, а этот еще брат мне, там один пресвитер сказал, говорит, ты знаешь, я с ним советовался, говорю, брат, ну как вы думаете, она там, она хорошая сестра, говорит, но у нее мама строгая, а ты слепой, говорит, смотри, чтобы тебе мало не было там. Я думаю, нет, туда я не ходок, наверное. Он говорит, вот на ту сестру посмотри. Я стал молиться, а Бог мне открыл, что нет. Перед тем, как я и решил предложение... Сон приснился. Да, приснился сон, но думаю, ну мало ли, как, Господи, это сон такая штука ненадежная, думаю. Точно, как во сне было, она сказала, ну она сначала нет, а посоветовалась, видно, с родителями, с мамой, куда тебе слепой там. И сказала, а у этой, у Любы как раз, я так думаю, что дальше, молюсь дальше, когда у нее мама хуже, у нее мама, у нее... цирроз печени, да. И когда я услышал, что уже молиться за нее, думаю, все, Бог открывает мне дорогу. А она мне ничего не знала. Мы проведывали с братьями, с друзьями. Когда мама болела, но у нее, она ничего не знала. Ну, смотрит, что мы пришли, так, знаете, проведывать все это. Потом я ее вот так вот, как бы, внезапно
когда нас всех провожала, братьев, там, сестер, я остался, я сделал предложение. Она в шоке была. Говорит, Саш, я никогда об этом не думал, говорит, о тебе, ну, я должна тебя полюбить. Ну, говорит, давай. Молились и дождался. И, ну, мама умерла, получилось, ее. Я на похоронах еще был. Ну, я принял как, что Бог, вот, брат тот, который меня вот пересоветовал, потом говорит, я понял, что у вас Бог уже давно сочетал. Вот так было в жизни. Ну, слава Богу. Хорошо. Хорошо, еще есть?